Привет. Мой смак. Мой смак. Сегодня 21.12.21. Очень интересная игра цифр. Сегодня у нас что? Солнцестояние, да? Да, зимнее солнцестояние. Да, так что это сегодня такой четкий день. Мощно заряженный энергетически. Сегодня у нас самый короткий день, самая длинная ночь. Считается там по-древнему, что сегодня начинается новый год, новый цикл. Вот. Поэтому именно сегодня стоит, так сказать, заложить фундамент из мыслей на последующий год. Там планы все, там, не знаю, немножко хотя бы прикинуть. Ну, прикинуть хотя бы желание. Набросать. Ну, коль мы в Путапарте, пойдем, нам тут уже старожилы объяснили, где тут есть места силы, такие, чтобы можно было поближе, получше, да, законнектиться со всеми. Со всеми вселенными. Так что пойдем, посидим там, помедитируем. Обходим сейчас храмы. Надо что, кстати, аренда? Аренда? Ну, не знаю, запиши. Вот так вот. Шли и пришли. Ищем снять квартиру и снимать. Оставаться в Путапарте? Не оставаться в Путапарте. Тоже у нас тут дилемма на Новый год. Куда ехать, куда не ехать. Но, честно говоря, здесь местные, да, снова же те же старожилы, их прет. Им нравится Путапарте, они здесь чувствуют прямо ого-го. Но у нас такого чувства нет. Ну, да? Как бы, да, то есть, ну, то есть, в принципе, как... неплохой городочек, все хорошо, все чистенько. Да, все. Тут свои нюансы, правда, есть отдельно, но это уже чуть дальше. Но вот прямо, чтобы вот испытывать, да, какую-то вот, прям любовь, как это было с Варанаси. Ну, да. Вот нету, да, что вот мы приехали, все, остаемся, берем тут, а сейчас, я не знаю, хату, квартиру, машину, и все. Не. Мы в раздумьях, мы в просмотрах, я не знаю, может, нам стоит еще поездить, покататься, посмотреть, потом мы, может, заценим это пускать. Ну, мы в курсе. Ну, может, мы как-то еще мало смотрели, хотя мы, по сути-то, мы на самом деле мало смотрели. Да, то есть у нас там буквально несколько городов. Да, но ощущения в каждом городе разные. И ощущение в этом, в Варанаси было сразу четко и понятно, что да как, что это свое, все родное, и что мы здесь не первый раз в Варанаси. А здесь такое, как бы, ну, можно пошли. Контануться, типа, ну, да. Посмотреть. Ну, такого, one love, да, вон, типа, сразу. Нема. Так что не знаю. Не думаем, что дальше с этим делать, вообще куда ехать, куда податься. Да. Одни непонятки. Вчера у нас вообще весь день мы такие прям слонялись по городу с пустыми головами, с пустыми ощущениями. Вообще нигде, ни там, ни здесь, нигде, короче, мы не были. Просто слонялись физически. Плакать хочется. Ну, не совсем. Нет? Ну, такое вот ощущение, ай, ощущение пустоты. Что вот, типа, а куды, а что? Впереди непонятное, сзади ничего. Впереди что там, сейчас тоже ничего. Ну, ничего, самого друг у друга есть, и на том спасибо. А то кто-то здесь тусит вообще в одно. Вот это жесть. Ходишь такой, типа, сам по себе, чё, куда, зачем? А так хоть вдвоём.
Так что если будешь и лучше в Индию езжать, езжай вдвоем. Да, ну как-то поддерживаешься, а так ты один как-то, я не знаю, ну совсем. Какая-то волна печалька, накрыла, да, и вообще такое, можно такое завернуться в одеяло и плакать. Да. Так хотя бы мы знаем, что вдвоем захотели, поднялись, собрали свои носки и помчали, куда нам захотелось, в другие города. Вообще, на самом деле, говорят, что вот, ну, здесь не говорят, а много городов в Южной Индии. И есть куда съездить, посмотреть, покататься, поэтому мы думали, что Путапарти будет одним, типа, хотя бы в данный момент, конечным каким-то пунктом, ну, на промежуток времени. Но оказалось, что нет, поэтому, скорее всего, что мы поедем дальше. Куда? Да, поедем дальше. Это за... Все-таки мы идем за зовом, за внутренним зовом. Да, ощущением, да, да, ощущением, а не головой. Что да, вот здесь дешевое жилье, здесь нормально идти. Население местное на тебя не кидается, как на это. Оно, здесь адекватные такие. Но как-то такого прям огонька, вот чувство. Чувствуешь это вот свое, вот это, то, что ты здесь вот свой. Вот этого нет. Mm-hmm. Вот это вот самое главное, мне кажется, одно из ощущений, что вот ты, я говорю, это просто какое-то. Ну как, Варанаси может быть свой, там людей жилая, трупы. А, ну и такое, да, ну такой жесткий город, как бы, да, кажется. Ну, оно свое. А здесь. Древняя, современная, смешанная в одном лице, друг дружку не мешает вообще. Mm-hmm. Прям такая приятная бархатная смесь. Здесь как-то непонятно. Да, ну, наверное, как-то сильно просто. Если здесь нет вот внутреннего ощущения, что здесь прям мое, то, в принципе, для нас здесь сильно прям просто. Тогда, знаешь, оставаться только из побуждений, что вот здесь дешево жить и, типа, чистенько, ну, да, и население нормально, и тепленько, и все, то это не наш вариант. Ну вот явно не наш вариант. Да. Будет где-то потяжелее, но будет наше, мы пойдем там, где потяжелее. То есть это вообще не проблема и вообще не вариант оставаться там, где полегче, но не наше. Да. Так что будем посмотреть, что еще с Путапарти. Там будем глядеть дальше. Еще целая дилемма, тут прямо вот же Новый год на носу, праздник. Валить на праздник, не валить на праздник. Такое. Да. Здесь вроде бы уже даже и парочка типа знакомых есть, я не знаю, может там типа как-то там гульнуть, отметить. А с другой стороны. Нам вдвоем хорошо, лишь бы нам вот место было наше. Так что. Ну, в общем, будем еще смотреть, думать, решать. Угу. Так что еще увидимся. Да. Оставайся с нами. Угу. Мы пошли. Мы вышли из храма. Как всегда, мы приходим вовремя, не зная их. Вообще без распорядков. Графика, что там, какие пуджи, какие ритуалы. Чё почём? Вообще просто раз приходим, начинается там пуджа, освещение, да, еды там. Причем вот как раз вот вовремя. Ты приходишь, и он сразу тебя садит возле алтаря. Mm-hmm. И вот самое благостное происходит. Да, вот сегодня нам это просад вот, mm-hmm, вот таким вот образом выдали. Вот, вот так вот. Раз, бананчик так красиво вот завернуть. Красивенько. То есть это считается вот святая, да, святая пища, цветочки. Сейчас мы это скушаем, цветочки будут с нами. Так что сегодня... Вот так и надо начинать день. Да. Прошел сразу. Идем дальше. Следующий у нас храм Кали. Посмотрим, что там. Да. Слушай, если здесь Шива, Шивалингам стоит, если Нанди Маси. Mm.
Я не знаю, кто это. Чёрный. Видно цвета такого. Такой это тоже кто-то из... Возле каждого храмика. Маленького, большого. Всегда есть место для парикрамы. Напоминаю, обход вокруг энергетического места. За счет этого создается такое, как... разница потенциала. Да, разница потенциала. То есть помогает соединиться с высшим, получить какие-то озарения. Вот мы ходим. Мы идем к дереву желаний. Вот оно. Здесь вот такой вот поворотик. Да. Две ступеньки. Вон здесь. Дальше надо зайти. Сегодня Новый год. А этот спички. Лайт. Окей. А, подожди, а это зажечь. А зажечь. And fire, fire. For this. А, yes? Окей. Okay. Так, выдали нам это два листочка, цветочки. Change money? No, change. Надо сначала давать большую купюру. Сам маленький, да? Ему келе. Чебокин. И телефон сразу куда? Маленький такой, холёгий.
На привязи. Глаза. А, эти овчаричьи глаза всегда. Да, да, да. Вся боль. А куда дальше? Сюда, наверное, что ли? Три. Подскажут, куда идти. Вот так. Ну, да, такой отзывчивый народ. Угу. О, сарам. Это прям целый квест. Угу. Подняться к этому дереву. Ну, нормально, а что это? Когда наш путь был легким, надо же немного напрячься, чтобы что-то даже попросить. Это что еще получить? Пожелать. Так, дерево, да. Даже пожелать. Не попросить, пожелать. Просить нечего. А, видать, было все, лавки стояли. Угу. Тут пришло. Зараза. Ай. Пошелька. You want coconut puja? No, no, thank you. Okay, thank you, sister. Come back immediately. Давай. Ё-моё. На. Так вот, по пути переживают, чтобы было чем поджечь. Чтобы было на чем написать. Чем написать? Выдали мне ручку, спички. Ну, прям нормально. А еще и закрыто там. А? А. Шус. А, окей. Слушай, красивый вид какой. Три единицы, три двойки. Хорошо, да? Да? Чтобы загадать что-то. Пойдем. Что? Ну давай. Ну так, ну. Где? А, эти. Ну что? Что это? Отношения на... Where to put? Пуджа. Come back, money. Mm.
Ну и спички. Спички гнома. Ну, вообще. Пришли на набережную. Едим кокос. Просад. Ковыряем. Маффин. Я тут не просад не ели, но так. Да-да. Так, с таким видом. Ага. Можно. А, ну кстати, мы вышли от этого дерева. А, ну да. Ну что? Типа, не знаю. Никаких ощущений, вот реально, вот никаких, ни капельки нигде, ни тишины не поймаешь, ни вот этого вот там, каких-то там вибраций, чего-то. Дерево закрыто на замок. Кокосы на входе выдают на пуджу, и я, скорее всего, так предполагаю, что их забирают. Мы уходим и забирают кокосы обратно и перепродают опять же. Как же бизнес, а? Продал, сам забрал. Ну, будем надеяться, что они честные. Да, наше дело не в том, что честное, нечестное. Ну, мы свое дело сделали. Да, то есть мы сделали, как сделали, а там это уже их занятие. Так что сходить на дерево, это называется поддержать местный бизнес, маленький местный бизнес, промысел, чтобы люди были чем-то заняты. Ну и даст Бог. Да, что-то да. Давай, кстати, можно свои записки вешать не на... Там стоит дверь такая закрыта, решетка. Не на решетку, а обойти чуть-чуть сверху, там проход есть. Зайти сзади, там можно свои эти записки прямо на дерево повесить. Ну, если кому-то надо. Так что, лайфхак. Ну, ну, а мы сейчас поедим кокоса на набережной и пойдем дальше. Угу. Оставайтесь здесь, кусачи.
Они вот там где-то. Так думаешь, что там. Слушай, они прям летают следом и грызутся. Короче, я хочу сказать, здесь вечером ты не посидишь нигде. Нет? Угу. Да, но как тогда тоже это, понимаешь, мы частный дом твой ищем. Ну, на этом, а как же? Киска, кисуля, а чё ты боишься? Мальков напустили. Маленьких напустили. Мальков. Маленькие летают. Oh. Я не знаю. Лайтер? Вот? Боксинг лайтер? Камера? Камера. Окей, окей.